Привет, друзья! Для тех, кто меня не знает, я Лариса Иванова из города Ростова. И сейчас я вас рада приветствовать из фитнес-комплекса, где сегодня занималась более 5 часов. И сейчас вот такой перерывчик, здоровый перекус. Вот. В здоровом теле, здоровый дух, да? А как же, путешествовать нужно стройными, красивыми. Но я сейчас хотела о другом сказать. Друзья, ведите здоровый образ жизни, это естественно. Но многие из вас думают, а где же познакомиться с людьми? А где взять кандидатов для приглашения в свой бизнес? Друзья, везде. Вопрос должен стоять не о том, где их нужно найти, а о том, что успеете ли вы потом с ними встретиться, рассказать им. Вот, это главный вопрос, по крайней мере, для меня. А сегодня расскажу, какое познакомство произошло у меня. Вот все дело в шляпе. Купите себе такую шляпу, поезжайте в Мюнхен. И весь секрет в этой волшебной шляпе. Я поделюсь, я зашла в сауну, и там сидела девушка, которая сразу обратила на нее внимание. Говорит, ой, какого шляпа, где вы ее купили? Я сказала, что я ее купила в Германии. Вот, мы разговорились, и я сказала, что я еще 2 года назад собиралась взять годовой абонемент, но мне мешало то, что я долго могу отсутствовать, и не хотелось платить за год, так как я много путешествовала. Далее она спросила, говорит, а как вы умудряетесь много путешествовать, на какие средства? Она на меня смотрела с недоумением. Я говорю, вы, наверное, думаете, что я какая-то миллионер. Она, ну как понять? И тогда я ей сказала, вы знаете, мне повезло, потому что мне рассказали о возможности именно партнерской деятельности в клубном сообществе Fireflies, где я могу путешествовать с гарантиями, со скидками и при этом еще зарабатывать. Вы знаете, как загорелись ее глаза. Она попросила у меня мои контакты, она несколько раз по буквам продиктовала мне свой скайп, чтобы я ничего не перепутала. И мы расстались очень довольны нашей беседой и знакомством. Поэтому, друзья, ходите в фитнес, везде есть люди, делитесь, излучайте вокруг себя энергию и купите вот такую волшебную шляпу, она вам поможет. Пока-пока!